Вот сейчас будем мы тестировать наше автополотенце на моем Мерседесе Greenway. Вот он, мой красавец. Вот здесь только грязненькая такая. Вот наше автополотенце. Я его просто помыла под проточной водой, отжала и теперь прохожусь. Вот этого полотенца достаточно, чтобы насухо идеально помыть машину. Смотрите, я прохожусь по грязной поверхности машины. Вот, здесь грязь. Теперь я прохожусь по чистой поверхности, и грязь она не отдает. Это ультратонкое рассеченное японское микроволокно, которое впитывает влагу, грязь, пыль в 7 раз больше своего веса, и при этом не отдает ее обратно. И фара до идеала можно здесь у нас почистить. Итак, тест чудо-тряпочки Aquamagic. Смочил 1,5-литровой бутылкой воды. Попробую одной рукой снимать, одной рукой держать. Не знаю, будет видно. Она такая стала какой-то ворсистой. Когда она была сухая, она была немножко другая на ощупь. В общем, пробую на заднем бампере. Легкими круговыми движениями чик-чик, и должна собирать грязь. Ха, ля, прикольно. Вообще, а ну на двери. Машина абсолютно сухая, в грязи, круговыми движениями. Хоп, хоп, хоп. Да, чистит. Фига себе. Причем она так мягко касается. Она так мягко касается, что реально я царапин никаких не вижу. Вот я просто, я прям по сухую. А вот самую грязную часть сейчас попробую. Бля, так прям чисто, реально. Охренеть. Во, придумают. Бля, прям проводишь, короче. И все. Вот она, грязь. Вот я вожу кругами, просто даже не давля. Офигеть, даже не давлю. И вот типа вот она вся тут. А ну. Мистика, бля, что-то аж не верю. А ну, самую грязную сейчас я. По-другому схвачу. Полотенце очень большое, его хватает, чтобы действительно, наверное, всю машину по площади пройти. Ну вот, самая грязная часть двери. Вот я чик-чик-чик. Перехватываю. Хоп. Ну, не знаю, я не вижу никаких царапин. Потому что я вообще не давлю. Просто провожу вот так. Хоп-хоп-хоп. Да. А ну еще сейчас я на бампере. Так это я даже не знаю, ну там-то как-то отходит грязь. Прям так. Не, ну я, конечно, так тереть ее не буду постоянно, все равно страшно. Вот после мойки или, допустим, утром, если машина после росы заляпанная. Вот даже вот сухую я вот заляпанную грязь. Вот я провел. И нету. Охренеть, а как так-то? Как это может быть? Бля. Какая-то. Так она же сухая грязь. Почему она отслаивает? Как она отслаивается? Она же сухая. А ее как будто и не было там. Охренеть. Ладно, поеду на мойку. Сейчас, подожди. Подожди, я снимаю. Офигеть. А? Офигеть. Просто вот так.
А сказала, надо чуть-чуть подержать, где там не оттирается, а потом вытирать. Вот это моя машина, блин. Разница. Грязная машина, чистая машина. Мне сказали, что эти замечательные салфетки абсолютно без любого химического средства, чисто водой отмоют всю грязь и все птичьи пометы с моей машины. Что ж, посмотрим. Маленького количества воды я отмыл свою машину буквально за 10-15 минут. Всем вам советую обязательно приобрести такие же. Описание будет снизу. Не заставляйте окружающую среду, четверг, пятницу. Все, всем пока-пока. Эмоции просто зашкаливают и переполняют. Компания потрясающая, уникальная, по-другому сказать нельзя. К Мерседесу это была моя первая цель в компании, и шла я к ней 4 месяца. У меня супер команда, супер партнеры, супер друзья. Это вообще вот уникальные люди. Я их обожаю, люблю, и всем желаю такую команду, как у нас. Что бы я посоветовала новичкам? Начать мечтать и мечту превратить в свою цель. Когда есть цели, все получается очень легко. Скорость бизнеса зависит только от нас, кто чего хочет. В этой компании невозможно не получить то, что ты хочешь. Главное, постановка целей, все, что мы хотим, мы можем достигнуть.